Привет, друзья! Закончился недавно мой очередной выпуск курса «Биржа для чайников». Что я хочу сказать по итогам? Курс получился очень хороший. На мой взгляд, это был лучший курс, который я провел, потому что, ну, на сегодняшний день, потому что, ну, во-первых, было очень много участников, и, конечно, мое воодушевление и старания были, ну, как бы, больше. Получилось дать более детальную информацию, и она лучше скомпонована. То есть, вот, ну, мне самому нравится, как я все это рассказал. Сказывается опыт, на самом деле, проведения уже этих мероприятий. И сейчас идет набор уже на новый курс, люди интересуются, который я собираюсь начать с 15 ноября. Вот. И сейчас еще есть возможность записаться со скидкой в 1000 рублей, вот, сэкономив тем самым и начать уже путь к инвестированию, то есть это мышление инвестора заплатить сразу. Что радует? Радует, что люди, которые занимались, мы активно занимались, активно участвовали, и люди задавали вопросы, и по вопросам я видел, что люди очень хорошо понимают то, о чем я говорю. Вот это вот сильно радует. И мы, естественно, продолжаем общаться и общались в Телеграме. Там можно было задавать любые вопросы по теме, как мы идем, по материалу. И люди задавали эти вопросы. Были звонки откуда-то из-за Урала, там, из разных городов. Когда люди просто, ну, не могут понять из Ростовской области. Ну, вот здесь я не могу разобраться. И это часто бывает просто... Ну, каким-то вот затыком, и все. Вот, ну, не могу разобраться, и все. Черт его. А дело-то в какой-то мелочи абсолютно просто. Поэтому, ну, в таких случаях, конечно же, я подключаюсь. Мы включаем видеоконференцию, ну, один на один. Мы с ним беседуем, с этим человеком. Я говорю, на какую кнопочку нажать, вот что сделать, там, как двигать. И все. И проблема решена. Это очень легко и быстро. Поэтому вот в этом первое, значит, конечно же, польза от курсов. Все люди, которые участвовали заочно, тоже имеют такую возможность, потому что я стремлюсь помочь каждому, абсолютно каждому. То есть моя цель — добиться того, чтобы вы научились нормально работать. И еще один приятный момент, то, что я давал на курсах, всегда давал те ресурсы, к которым, ну, я советую обращаться, потому что, ну, вот солидные ресурсы, которыми я пользуюсь, там, investing.com, там, значит, там ресурсы, которые посвящены облигациям, потому что я начинаю, естественно, советовать самых надежных инструментов, то есть с облигаций, с УФЗ, и там, по крайней мере, ничего не потеряете уж точно. То есть даже при всем желании вы не сможете там уйти в убыток вот на облигациях, особенно на УФЗ. Поэтому я советую, конечно, научиться этому сначала, потом определить, какие облигации корпоративные можно покупать и как их анализировать, какие виды. Вот, люди начинают активно пользоваться интернет-ресурсами, интернет-сайтами, начинают анализировать инвестиции, и мы активно в специальном чате для выпускников делимся этими инструментами, которые мы находим, что тоже очень-очень, ну, мне нравится. Там есть такая атмосфера взаимопомощи, вот что особенно приятно. То есть, понимаете, каждый стремится помочь другому. И когда мы помогаем кому-то, когда мы объясняем кому-то, то есть не я, а даже вот выпускники, то это способствует лучшему усвоению материала. Вот что важно. И я вижу, что, блин, ребята, вот в правильном направлении все идут. От этого я испытываю просто вот огромную радость и кайф, потому что, ну, есть люди, которым я помог, которые начали зарабатывать деньги на инвестировании, которые становятся серьезными инвесторами, вот, которые начинают зарабатывать. Это очень здорово. Еще раз хочу сказать, что набор на следующий курс ведется активно, и сейчас еще есть возможность получить его со скидкой в 1000 рублей. То есть за 4000 рублей живой тренинг, за 3000 рублей будет
заочный вариант следующего курса. И еще один момент. Как я уже говорил, запись старого курса, который прошел в июне месяце, будет снята с продажи. Сейчас она еще стоит за 2000 рублей, но там материал немножечко, ну, не так хорошо скомпонован, поэтому я его сниму с продажи, как и обещал, с 1 ноября. Вот. Но если кто-то хочет еще больше сэкономить, то, пожалуйста, есть еще такая возможность. Записаться и выбрать тот материал, который вам нужен, можно по-прежнему на сайте dimitkovyur.com. Он доступен, и сейчас вы видите ссылочку на него, и в описании к данному видео будет ссылочка, просто кликнуть, и все. Друзья мои, пока есть возможность, используйте ее. Ну и до встречи!